стране практически завершена уборка зерновых. 19 районов намолотили более 100 тысяч тонн урожая. Такого в истории никогда не было. Весь республиканского каравая свыше 8 миллионов тонн. Осталось убрать менее 1% площадей. На финише сбор рапса. Аграрии повсеместно приступили и к уборке кукурузы. В учебных заведениях планируют запустить проект «Умный буфет». Дети смогут купить еду с помощью смартфона. Это ускорит время обслуживания. Рацион на первую четверть уже разработан и утвержден. Хит всех времен – сосиска в тесте. В Бобруйске началась неделя нулевого травматизма. На предприятиях и в организациях запланированы семинары и мастер-классы. Во вторник управление по труду и соцзащите проведет горячую линию. Главная задача – создать безопасные рабочие места и не допустить несчастных случаев. В Бобруйске задержан педофил. В милицию обратились родители 11-летней девочки. Их дочь пострадала от действий сексуального характера. Впоследствии было установлено, 30-летний житель Витебской области домогался ребенка в нетрезвом состоянии. В отношении мужчины ведется следствие. Беларусьбанк и троллейбусный парк номер 2 запустили новый сервис – оплату проезда с помощью QR-кода. Достаточно иметь с собой смартфон и установить мобильное приложение. Оплатить квиток можно в разделе «Платежи».